Снимаем. Я сейчас, блядь, выложу это в интернет. Вот, ребята. Морозовск. Тацинский пост стоит. Вот такой. Че ты? Ну покажи лицо свое. Че ты показывал лицо? Да ну покажи. Да, вот. Вот. Покажи. Чтобы я не доебался. Вон что стоит, блядь, готов. У него. Открой машину, я покажу. Быстро. А на кого ты работаешь? Покажи. Ну покажи, че. В смысле, подожди. А кем ты работаешь? Чем кем ты стоишь? Я не работаю. Ну а че у тебя там ноутбук стоит? Че ты камеру, блядь, спрятал? Какую камеру? Ты ответишь за свои слова, что у тебя там нету камер? Фотоаппарат, блядь, у тебя, который снимает. Я ехал в эту сторону, ты стоял 3 часа назад. Че ты здесь стоишь? Ну и что, что стою? В смысле, что ты стоишь? Ты, блядь, иди возьми лопату, нахуй, или иди работать. Че ты, блядь, козлом работаешь, сука? А кем ты, блядь, работаешь? Скажи. Ты не козлом работаешь здесь, блядь? А кем? Ты сотрудник? Ты сотрудник? А кем ты работаешь? Ты на пост работаешь, на Тацинский? На какой пост я работаю? Ну, на ГАИ пост, ГИБДД. Ну а что ты пиздишь? Ну покажи пацанам всем. Какой ты, блядь, ну ты ж правильный пацан. Что ты, блядь, мужиков ловишь здесь? Для чего? Ну открой, дай я посмотрю. А что ты, блядь, покажи, блядь. А ты кто такой, что ты здесь стоишь? Да просто стоишь. Как это просто? Ну у тебя ж вон стоит ноутбук. А что ты, блядь, козлишь? У тебя же ноутбук стоит, ты ж, блядь, снимаешь, блядь, все показываешь, вот, блядь, как, блядь, летят, как сплошная, блядь. Ты ж стоишь, блядь, подрабатываешь, ёп. Да, понятное дело, вот смотри, чтобы ты не пиздел, чтобы другие люди поняли, что ты... Вот, ноутбук у него, все стоит, вон, камера у него лежит, блядь. Камера, да что ты, блядь, рассказываешь, что мы не видели, что ли? Вот такая вот машинка стоит, будешь в интернете сегодня, понял, блядь.